Так, итак, всем здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем прохождение игры под названием A Plague Tale Requiem. Сегодня мы снимаем 12-ю серию. Продолжаем игру, продолжаем прохождение. У нас, значит, задание исследовать подземные помещения. В последней серии мы сломали, значит, древнюю карту, которая была на земле, и под ней была пещера. Мы спустились в пещеру, и на этом серия у нас закончилась. Поэтому сейчас мы продолжим наше путешествие. Вот. Так, не отпускай меня, пожалуйста. Не отпущу, не беспокойся. Так, уебать, здесь подземка. А интересно, местные жители, ты знали об этом? Мы, кстати, продолжаем, да, мы продолжаем Plague Tale. Всем здравствуйте, дорогие друзья, ждите прохождения веселой фермы. На YouTube, да, ясно, скоро появится новая вариация мема, где я смотрю, как вы играете в море воров. Ну, она же была, ты же уже сделал такую вариацию мема в прошлый раз. Так, а что за дырка? Ага, сундук от меня спрятали. Нашли, да, от кого сундуки прятать, блядь. Я же самая главная ищейка в этой игре. Будет новое. Понял. Кирилл смотрит. Когда закончится эта игра, чтобы быстрее посмотреть ферму. Один час. Я сделаю посветлее. Да, пожалуйста. Короче, там темно. Гуга боится, говорит, сделайте посветлее. Давайте посветлее сделаем. Главное, чтобы здесь крыс не было. Что здесь? Что-то происходит? Только не это. Бля, сейчас крысы будут, да? А, нет. О, хорош. Какого черта? Опа, да хорошо же, блядь, светло стало. Ты только посмотри на это. Тут какой-то храм? Похоже на то. Так, пойдем поспим один час. Пойдем, пойду валик покатаю пока. Я вам дам, блядь, куда вы собрались? Я вам запрещаю спать. Запрещаю спать. Так, глядите, узор из огня. Снова символ ордена. Да, это то, что мы ищем. Басилиус должно быть здесь где-то. Ну, он же помер, Гуга. Как он, блядь, здесь? Ебать, ветер. Ветер очень реалистичный. Это что? Что это? Там внутри что-то было. Все давно уже высохло. Идемте. Ты че, блин? Я сегодня не спал вообще. Я буду смотреть стримы и играть в быструю установку Спайка. Давай. Давай. Кири, а ты тогда спи и смотри стрим. Вадим, то же самое тебя касается. Посмотрите на эту дверь. Ну дела. Что здесь случилось? Что там? Следы копоти. Здесь был взрыв. У них что-то случайно взорвалось? По-моему, ее специально подорвали. Да, кому-то очень нужно было попасть внутрь. Посмотрим, что там дальше. Куяная идея. Здесь тоже был взрыв. От ворот ничего не осталось. Это наверняка была она. Элли. Она сбежала из часовни. Это она что-то захотела? Она хотела вернуть Басилиуса и готова была снести все на своем пути. Мы идем по ее следу. А, бля, говорю, нам куда? Пока фермы нет, пойду сделаю свой омлет. Давай, давай, омлетик, это хорошо. Спускаемся. Надеюсь, мы все-таки отыщем что-то. Сейчас посмотрим. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Аккуратно, аккуратно, не падаем. Ребенка держим за руку. Ребенка держим за руку, никого не падаем. Эй, София, нормально все? А я палеты недавно пожарил. А что такое палеты? Я знаю, деревянные палеты есть. Ну, типа, когда грузят что-то. Зачем ты их жарил? Осторожно, здесь высоко. Да? Оп, поймал. Поймал, все нормально. Еба храм. Оползень. Если это она устроила, не слабый должен был быть взрыв. Она боялась за Басилиуса. Правильно делала? Сука, это 9 котлеты. А, котлеты. А я говорю, что за палеты, блядь, ты жарил? Они же деревянные. Палеты пожарил, похрустел так нормально. Потом зубочисткой... Так, закрыто. Зубочисткой выковырил это. Занозы из десен. Погодите, эти бочки? Не хранился греческий огонь. Он разве не в бою был использован? Не всегда. Они верно использовали как топливо. Одна до сих пор запечатана. Думаешь, она взрывоопасная? В таком-то бочонке, да. Попробуем подорвать им ту дверь. Конечно, попробуем. Серьезно? Не ссы, мелкий, все нормально будет. Ничего, стены выдержат. Не факт. Я в своей жизни не такое еще взрывала. Ну вот. Теперь все в укрытие. Амиция, поджигать будешь ты. Естественно, а кто еще? Мы точно достаточно далеко. Так, окей. Ебать, взрыв. Выстрелите бочон. Пойду кушать воду из холодильника. Кири, как обычно, пошел кушать. Вот видишь, стены на месте, вперед. Все будет хорошо. Вадим, я надеюсь, ты уже омлетик делаешь? Ты на меня сделай тоже одно яичко, пожалуйста.
Ну так, на всякий случай. Вдруг проголодаемся. Хоть перекусим. Я как обычно. Да, воду из холодильника мне не надо, спасибо. Я вот это, я чисто по омлетику. Хе-хе, не прочь. Так, поехали, что нам можно улучшить? Нам ничего нельзя улучшить, потому что у нас тупо нет ресов, нет ресурсов. Так, хорошо, здесь что? Это дверь не жилет. Надо тут смотреться. Да я уже видел дырку в стене, чего вы, блядь, дурака из меня делаете? Нам сюда. Нам сюда. Так, пиздюк наверх, я тоже. Так, окей, здесь что? Здесь все в порядке. Ничего интересного. Так, а, я понял. Я понял. Поберегись, блядь. О, мои уши. Черт. Все целы? Да, естественно, все целы. Кажется, да. Готово, возвращаемся. Все нормально. Возвращаемся назад. Так, а здесь у нас что, блядь, припрятано? Ага, ага. Ну-ка, съебать, я сделали. Ебать, аж в ушах, извините. Ебать, сиренью. Приход поймал, бедолага. Так, вопрос. Туда дальше, а здесь секретка или что? Ну-ка, посмотрим. Не зря же нам тут бочечку положили. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Поверить не могу. Гляди, здесь что, водятся птицы? Да, пещерные птицы. Значит, мы здесь не одни. И она здесь не одна. Вот именно. Идемте дальше, и может... Найдем ее? Если только она не слишком испугалась. Да. Так, это прохождение дальше или что, я не понимаю пока. Что-то темно. Так, ништяки подъехали. Здесь что? Гнездо. Здесь гнездо. Ну гнездо же. А почему его нельзя смотреть? Бля, я сюда ради только перышков зашел, что ли, и одной вот этой штучки. Ладно, пойдем дальше. Пойдем дальше. Мертвые? Наверное, стражники Ордена. Мы вновь идем по следу Эли. Пленных она, как я погляжу, не брала. Да, так, нам надо вот это все разворотить. А чтобы нам это разворотить, нам надо вот эту воротину починить, чтобы тележка поехала вниз. И нам все сломало. Да, кажется, она здесь побывала. Гляди, на этой повозке такой же бочонок с дырическим огнем. О! Выглядит опасно. Иди. София, давай это нам. Нихуя не понял. По поводу. По поводу, что не понял, что происходит? Вода невкусная. Что было? Она открывает решетку. Повозка сейчас поедет. Давай взрывать все. Мы сейчас будем взрывать все. Вот и все. Готово! Кажется. Нормально, нормально. А ты знаешь, мне начинает напоминать ее. Элию. Потому что я тоже готова на все. Потому что ты никогда не сдаешься. Ну, что уж там. Ебать! Ничего себе, как такое вообще возможно? Что это за место? Доберемся до вон тех ворот и узнаем. Ебать красиво, посмотрите просто. Реально классно. Ебать огромный храм под землей. Это как в бункере. Опа! Быстрее поджигай! Бля, крысы нам помешают. Ебать, как много крыс! Я так и знал, это благое место! Погоди, эти огни и желоба. Они построены, чтобы сдерживать крыс. Че? Да, мы можем расчистить дорогу. Ну как скажешь, с чего начнем? А я пока не знаю, с чего мы начнем. Куда вот этим стрелять? Я не понимаю. Ага. Предположим. Ага, значит, эти жаровни можно двигать. Передвижные, негаснущие жаровни. Ловко. Они специально сделаны от крыс. Так. И чё? Так мне надо все их теперь к себе подвинуть, что ли? Да? Ну давай себе подвинем. А надо ли? Ну, наверное, надо, да? Уга, ты что там стал, ебать, стоит один свидетель, блядь, смотрит, наблюдает. Так, значит, видел лишь такие же штуки, но на другом конце. Не похоже, что случается падение. Нет, все связано с макулой. Вот так вот. Все переплетено. Отлично, с этим все. Так, окей. Еще одну, что ли? Ага. Двигаем все. Все двигаем. Систему пока выключаем.
Так, как ты, Гуга? Мне страшно. Это нормально, все будет хорошо. Здесь всем страшно, нам тоже страшно, блядь. Так, а что, она ближе не двигается, что ли? А ближе не двигается. Ну-ка, давай. София, open a support, давай. Мы не выходим из-за чего-то. Мы пойдем туда. Сходим, посмотрим, что там есть. Бля, здесь стражники, мумии лежат. Мумии. Ебать, смотри на крыс, смотри. Оп, умерли. Ха, бля, минус крысы. София, сделай нам проход. Мы и так stay close to you. Well done. Отлично, давай подтолкнем эту. Можно полутать? Бля, лутать-то нельзя. А лутать-то нельзя, пока она светит. А если я сейчас выключу? А я знаю, что надо сделать. Так, ага. Мы сейчас назад ее подвинем чуть. Вот так, и полутаем. Мы же, бля, хитрожопые. Да? Ну-ка. Ну-ка. Ай, бля. Уйди. У, сука. Как? Да и хуй с ним. Пойдем. Не страшно. Не полутаем, ничего страшного. Пойдем вперед. Тут же лаба пересекается. Давай свернем на другую. Как? Вот так? Ебать, тележка какая прикольная. Хьюго, ты задумал, сколько раз же эти крысы пытались нас сожрать? Да, много. Но мы каждый раз оставляли их ни с чем. Потому что им друг на друга наплевать. А нам нет. Именно. Так, это дальше не идет. Гляди, там есть желоб. Вот только та разбита. Похоже, стоит прямо на пути. Что надо сделать? Ага, вижу. Вижу, что надо сделать. Все просто. Все просто мы делаем. На-на. Так, теперь мне надо вернуться и вон ту по тому желобу, да, наверное, сюда протащить. Или нет? Или да? Да, стопудов. Здесь-то путь закрытый, здесь камни. Так, крысы померли. Короче, они сейчас спорят, а София говорит про то, что здесь типа одни мертвецы, туда-сюда. А Миция говорит, типа, все нормально, блять, они нам указывают путь, все будет хорошо. А Гуга говорит, я уже не хочу знать никакой правды, мне вообще плевать, блять, на все. Вот. Вот такая история. Так, нам что, до того желоба надо доехать, да? Ага. Или нет? Или да? Или нет? Или да? Или нет? Или да? Давай попробуем. Как ты, Гуга? Мне как-то странно. В каком смысле? Давай, Гуга, мы почти у цели. Ты уверен, что нам сюда надо? Да, я уверен. Именно носитель причины. Еще уверена, что у нас просто нет выбора. Ладно, ладно, блядь, ты. Проехали на. Мне правда жаль, но мы обязаны это сделать. Да, только не сердись. Я не сержусь. Просто мне жаль тебя. Не надо. Бля, что, все, приехали, что ли? А дальше нельзя поехать? Поехали дальше. Можно, а что бросаете, блядь? Я хочу съебаться отсюда. Да, именно так звучит это из детских курсов. Так, и все, и нам туда. Толкай, толкай, блядь! Бля, сори, они вообще не работать не хотят, но. Не, ну, конечно, локация очень интересная, вот этот подземный... Мне вообще нравятся такие локации, если честно, очень. Я не знаю, почему я чувствую себя здесь в безопасности. Пусть здесь даже крысы, там вот это все, но мне все равно спокойно как-то. Добрались. У нас получилось. Бля, аж игра в ахуе. Наконец-то, мы молодцы. Да, теперь вперед. Бля, главное, чтобы сейчас мост не сломался. Опять стражник ордена. Даже не верится, что она одолела их всех. Видать, сражаться она умела. У нее была цель. Он был для нее важнее всего. Ему было плохо. Она это чувствовала. Просто темноту, как в моем сне. Когда я умерла. Умирал. Когда умирал. Господи. Надеюсь, она тогда выжила. Пожалуйста, дай нам хоть какую-нибудь ниточку. Бля, будет грустно ее труп сейчас найти. Засохший только. В этом геном крысиный. Так.
А вот здесь мне уже не очень нравится. Там в пещере было поприкольнее. Головоломка, да, у нас? Бля, здесь трупов. Неужели одна мадам всех убила? Так бывает разве? Давай вернемся. Куда? Защищай одного, защитить всех. Снова та фраза из часовни. Это она. Эйлия. Защитница носителя. Ты как крысы могли съесть? Ну да. А, кстати, да. Ну и задала же она им жару. Она всех убила и сама померла. И умерла совсем одна. Что такое, Гуго? Я не хочу, чтобы ты умерла. Да я жива, жива. Ты не переживай, все нормально будет. Ну же, ты ведь большой мальчик. Посмотрим эту дверь. Какой смысл игры? Смысл игры в том, что ее брат смертельно болен. Он носитель вируса макула. Вирус это или, я не знаю, проклятие, что это такое. Я знаю, каково тебе было. Сражаться одной. Да, вот ее труп. Чтобы больше не быть в одиночестве. Да он не ревит, блядь. Надеюсь, ты покоишься с миром. Вот. И мы ищем способ, как вылечить брата. Есть идея, как нам это открыть? Давай вернемся. Что? После всего, что мы прошли? Брось. Чё? Come on, man. Тебе уже лучше? Бля, ну глядя на него не очень. Понимаю. Все устали. Но мы ведь вместе, да? Бля, музыка грустная такая. Что ж, давайте откроем эту дверь. Давайте откроем эту дверь. Кажется, я догадываюсь, как это сделать. Исследуйте подземные помещения. Амиция какая-то странная для такой графики. А что в ней странного? Да вполне себе нормальная. У нее прическа странная, это да. Там что-то торчит из стены. Мне кажется, это стопа, чтобы удерживать засов. Может, я могу помочь? Как? А что надо делать-то? Софи, мне нужна твоя помощь. Я хочу пиццы. Привет, Сань. Не держится. Это выдвигается верхние и нижние засовы. Бля, подъехали, значит, эти. Хай, чё, как дела? Так, давай вот так сделаем. Я понял, что надо сделать. Ага. Это что, лебедка? Похоже на то. Так. А в смысле, блядь? Так, и... Где можешь остановиться? С удовольствием. А, блять, мне так и стоять или чё? Когда Евротрахич, земляков? Ай. А, ну я отпускаю, и она едет назад, естественно. Правильно? Тогда я понял, что мне надо сделать. Значит, мне надо вот эту херню двигать, а София вот ту херню будет сейчас делать. Не знаю, это Руслан. А почему, блять, София, ты не хочешь? Блядство какое-то. Так, ладно. Давай сюда сходим. Так, давай, действуй. Сам, поехали в Испанию. Так. Окей. Бля, и чё, я застреваю? Все в порядке, достаточно. Будет сделано. А чё мне дальше-то делать, блядь? София, ты можешь подержать? Я побегаю, посмотрю. Чё ты стоишь, блядь, просто так? Сейчас я отпущу оно обратно все это. София! Помоги! Бля, какая-то хуета. Как быть-то?
Вот так я могу Софии приказать действовать. Бля, как все плохо. Англия. Англия, Испания. Ой. Чего, блядь? Почему я не могу ей приказать? Бля, погодите, у меня тут пиздец какая важная хуйня. Так если я ей прикажу, она сразу выдвинет заслонку. И я вот это до конца не сделаю. Не факт? Ладно, давай попробуем. Земляков, ты сегодня свободен? Так, Саня Мойна. А, это Google вообще делает? Так, в смысле, блядь? А, я босс, блядь! Отпусти. София, давай, делай. Да, а ты и Google будешь тут делать. Ебать, я босс-то, оказывается. Вот, давай. Давай, Google, делай. Так, ну мне нужно ее полностью выдвинуть, поэтому мне надо сюда. Так, теперь мы что делаем? Теперь мы сначала... А, блять. А как? You can stop now. All right. Так. Гуга держит, правильно? Мы идем сюда. Значит, София вот эту хуйню двигает. София, can you take Давай, София. А я вот эту. Down? Так? Stop. My pleasure. Бля, какая-то хуета, надо наоборот. Так, ну-ка. Hugo, I need your help. Бля, какой Гуга? Нет, Гуга, блядь! Хуя, бля, мне кажется, что-то пока что не, через час. Мне кажется, мне что-то часто русские игроки попадаются в валики. Так ты, наверное, вот так вот. Вот так, наверное, происходит. Так, София, давай. Бля, надо логически подумать, как это сделать. Может, ты больше не будешь ходить? Нельзя. А вот где ты зачем открывается? Так, Гуга, держи. А Руслан через 12 минут будет играть в веселую ферму. Это вранье. Так, здесь есть тележка. Чего, блядь, какая тележка? Вытели, куда мы идем? Тележка? Для чего она тут? Блядь, а я, кажется, понял. Или не понял. А нахера, блядь, телега тут? Так. Чего, блядь? И в смысле? Я не могу никуда прицелиться. Рычаг тележкой прижать. Наверное. А куда стрелять-то, блядь? А можно ее просто, блядь, подвинуть? Не понимаю. Так. Прошло только 20 минут игры в плагу. Для фермы сейчас рано. Серьезно, 20 минут только играем? Я понял. Так, Гуга, ты остановись. Yes. София, а ты иди двигай. I don't like it when you're away.
Иди двигай. А я сейчас стрельну. Я сейчас стрельну, бля, все будет четко. Да-д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 а. Все так. Все так и будет. Ебать, загадки подъехали. Надеюсь, не надо будет держать это все время. Получилось! Один зазов готов, теперь займемся остальными. Другими. Ты это пускай, все нормально. Так, ну здесь-то, я думаю, блядь, мы справимся, да? Иди, ты туда, ты сюда, а я потом буду открывать ворота. Let's do this, блядь. Поехали. Ты же скачал ее. Так если я скачал, это же не значит, что я в ней буду играть. Ну, все готово. Можно отпускать. Так, та лебедка, кажется, что-то, блядь, тяжелое, короче, помогай. А все, поздно. Не-не-не-не-не. Да, они открываются. Ух, что это, блядь, за запах? Зря мы их открыли. Может, еще не поздно. Блядь, да хорай циковать. Нет, мы должны найти Базилиуса. Господи, не нравится мне это. Там снова спуск вниз, а Миссия, давай идем отсюда. Пойдем, пойдем. Не-не-не, мы пойдем туда все вместе. Ну что, удаляй быстрее. Уже. Так, надо поджечь. Надо поджечь. Так, идемте уже. А я хочу вернуться. Гуга, успокойся, пожалуйста. Че ты все время съебнуть-то куда-то хочешь, блядь? Ой, блядь, воняет. Блядь, чем мы дышим? Это логово, только воздух еще более затхлый. И очень древний. Да, наверное, чуть мне нехорошо. Голова кружится. Какой-то шум. Мужайся. Так, выглядит негостеприимно. Ебать, это шо, бля? Let's see, говорит. Давай посмотрим. Тут такие страсти. Какая ферма, Кири? Какая ферма? Ты начнешь играть, тебе понравится. Так, окей. Крысиный домик. Да, это, блядь, крысиный домик самый настоящий. Гуга, сыкло. Тут прямо подземная крепость какая-то. Идемте дальше. Бля, одна не поднялась. И что делать? Похоже, он приведет нас прямо в цели. Одного куска не хватает. Да. Сюда, глядите. Здесь можно спуститься. Да. Ну давай спустимся. Должно получиться, я пойду первый. Бля, это все кости. Это все кости, это все скелет. А миссия нет! Это все скелеты. Вот это все, это скелеты. Ты че, блядь? Беги! Беги! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, ну все, я. Ты в порядке? Все кости целы. Да, просто испугалась. Зато теперь все, теперь видно. Это была неудачная идея. Ну как ты заберешься обратно? Осмотрюсь, тут что-нибудь придумаю. Ждите меня там. Да, вы... Будь осторожна. Так, как же мне теперь вернуться-то? Так, стоп, цепи, противовесы. Они поднимают части моста. А! А, противовесы. Поднимают части моста. Такое ощущение, что здесь что-то живое шевелится. Ее кости целы, а те, которые на... те, на которые она упала, не факт. Кстати, да. А не вот эта ли штука у нас тут? Ага, вижу. Что, подняла, что ли? Эй, не знаю, что ты сделал, но у тебя получилось. Это все цепь, это они удерживают мост. Заебца, возвращаться-то. А, там дальше не хватает еще куска. Ладно, иду туда, посмотрю, что можно сделать. Так, я понял, мы тебя подождем. Ну, я понял, все, нам надо через крысы переходить все время. Мы, значит, поджигалку делаем вот эту вот. Спускаемся вниз. Так, камон, блядь. София! Да все нормально будет с это. Правда? Бля, ты мне не хочешь свою призму кинуть? Бля, спасибо, папаша, мне это очень помогло.
Ага, окей. Окей. Тебе правда страшно? Да, только никому не говори. Так, у меня, кстати, есть кристалл, которым, блядь, я могу пользоваться. Только как им пользоваться, я не помню. Блядь, маши! Понятно. Походу, у меня нет кристалла. Ну, блядь, точно был. А, нету. Гений. Нет кристалла. Да, у меня все получилось. У меня все сработало. Мы молодцы, вы молодцы, все молодцы. Все молодцы. Будем, значит, проходить как можем. Нам дальше не хватает еще куска. София, если что-нибудь случится. Да все будет в порядке, не ссы. Хуга-гуга. Так, теперь, значит, мы что делаем? Болта с Алдорис. А что такое Алдорис? Кто-нибудь помнит? А, блять, Алдорис это, по-моему, такая хуйня, которая их распугивает. А, блять, наоборот. Она их собирает в кучу. А нахуя их туда собрал? Скрафти узнаешь. Я гений, блять. Ну, когда вы искали для него травку, он мне больше нравился. Я гений. Ладно. Сука. Потратим еще один горшок, что делать? Минус горшок. Сейчас потухнет, надо пробежать быстрее. Ну? А? Так, окей. Собери кучу и сожги, будет крысиный шашлык. Ну, бля, кто его есть-то будет? Ой, не-не-не-не, рано палку мы взяли, очень рано взяли палку, очень рано. Мы, значит, делаем вот так. Блять, ну за шо? Огненным надо стрелять. Вот так. А, и мы делаем... Во-первых, мы заберем стрелы, блядь, только не огненную, пожалуйста. Вот эту раз, эту два. Хорош. Гуга скормишь, чтобы не въебался. Нет, ты шо? Это же брат. Это же братишка. Братишку нельзя скармливать. Так, хорош. Теперь мне нужна палочка. Палочка. Мы ее вот здесь поджигаем. Вот так по красоте делаем и бежим. Бля, иди быстрее только. Во, кристаллы. Оп. Хорош. Шли нахуй. Так, выкидывай палку, она нам не нужна больше. Она нам не пригодится. Амиция! Как у тебя дела? Отлично! Чувствую себя в центре внимания. Не привыкай к этому. Хорошо. Ты в безопасности? Пока что да. Я же говорил, у нее получится. Конечно, получится, блядь. Как же у нас-то и не получится. Так, а здесь что? Здесь все нормально. Здесь все хорошо. Здесь мы, значит, лутаем. Лутаем, я говорю. Здесь мы, значит, камень в пращу заряжаем. И цепь вот эту уничтожаем. Вот так. Ну, поехали. Окей. Неплохо. Так, окей, у нас получилось. Получилось? Да, теперь можем переправиться. Придумай теперь, как забраться обратно. Не переживай, придумаю. Надеюсь, это будет не сложнее. Так, ну у меня нету ножа, чтобы открыть эту херню. Гуга еле держится. Надо что-то быстрее придумывать. Так, а, ну здесь телега есть. Нормально. Нормально. В принципе, изи. В принципе, все просто. Давай, у тебя получится. Конечно, получится. Обещаю, Гуга, у нас все получится. Я знаю, ты постараешься. Нет, правда, у нас все получится. Она и правда так думает, доверь сестре. Ну давай, Василиус, дай нам знак. А что, блядь, крутится-то? Так, окей. Да, дальше не сдвинуться. Попробуй обойти, у нас для тебя кое-что есть. Хорошо, иду. I'm coming, ебана. Нам сюда. Так, раз, значит.
2, значит. А, западне, блять. Бежим, бежим, бежим. Хорош. Так, теперь, значит... Эй, я здесь! Ты в порядке? Мы нашли еще греческий огонь. Лови бочонок, этого хватит, чтобы расчистить дорогу. Мы обязали его веревкой. Сожги. Мне стрелять? Нет, мне нужно получить его поближе к повозке. Выстрели в него веревкой. А, понял. Понял. Сожги крыс. Сейчас мы сам. Так, это мне надо. Мне надо было его под это. Им некуда бежать. Да я не буду их жечь. Пусть там сидят. Они в ловушке, это даже хуже. Это вечная, понимаешь, тюрьма. Представляешь, они на месте. И молотов нет. У меня нет молотов. У меня молотов. У меня нет молотов. Опа! Получилось! Да, отлично, спасибо. Возвращайте тележки. Сделай! Сука, я думал, я успею стрелу спиздить и съебнуть. Не получилось. Не получилось. Короче, надо забивать хер на стрелы. Не послушал меня и умер. Да. Но я же самостоятельный мужчина. Я все знаю. Вот. Да, конечно, получится. Да, все будет нормально, Гуга, не переживай. Да мне молотов тратить, блин, мне это горшок тратить, а горшок может пригодиться. У меня их мало, у меня их нету, блин, горшков. Поэтому это очень опасно, Кири. На кучку крыс тратить ресурсы. Очень опасно. Знаете, на мужчина тот, кто играл веселую ферму. Серьезно? Бля, Кири, ты не успокоишься, да, я так понимаю? Давай, кидай свою бочку. Там крутится бизнес. Да, да. Может, симулятор фермы тогда поиграть? Фермер, симулятор. А? Я не стану, пока не сыграешь. Я сегодня точно не буду играть в веселую ферму. Даже не думаю. У нас есть сабдей. Мы вот с апдей можем пойти бэкрумс, можем пойти еще куда-нибудь. Понимаешь? Либо можем смотреть, как я буду играть в веселую ферму. Я очень огорчен. Тот, кто играл в веселую ферму в реальной... Кири. Тот, кто играл в веселую ферму в реальной жизни, он кто? Я очень огорчен. Я не знаю даже, что там делать. Чего ты в ферме делать, блядь? Сажать что-то, что ли? Вот фарминг-симулятор, я бы, может, побегал бы. Но точно не сюда. Да, большая девочка, знаю. Я за тебя не боялся. Правда, правда. Вот и все. Ну, фарминг-симулятор, наверное, толпой тогда. Ты отдельный гигачат. Ты здесь? Да ладно, не реви, ты все нормально, бля. Все хорошо. Все в порядке. Все в порядке, не сцы, Гуга. Все, идем. Может, передохнешь? Не, идем дальше, я снова с вами. Идем, 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 идем. Некогда нам отдыхать. Сейчас бы, блядь, среди вот этих гор костей отдыхать. Амиция, мне грустно. Понимаю, нам через многое пришлось пройти. Просто такое чувство, словно у меня в голове чужой голос. Может быть. Так тяжело. Мне страшно. Наверное, мы уже близки к цели. Ну и вонь, блядь, дышать невозможно. О, не надо этого делать. Что такое? Оно там, Амиция, я не хочу туда. Но нам туда нужно, непременно нужно. Что оно там? Что ты чувствуешь? Плохое у меня предчувствие. Господи, это прямо какой-то собор, блядь. Ебать. Они выстрелили это. Значит, он где-то там? Да, в самом сердце этого. Это похоже на последний порог. It looks like what the last threshold would do. Блядь, ты куда брата тащишь? Элия не смогла к нему пробиться, и случилось вот что. Но что? Что случилось, блядь? Что с ним стало? Я не хочу этого знать. Ты должен. Он привел нас сюда. Это ты привела нас сюда. Ты его наследник.
Не хочу я быть, блядь, ничем наследником. Хочу быть нормальным. Кстати, да. Гуга, чтобы быть нормальным, нужно сначала выжить. Это ты хочешь, чтобы я выжил, а я только все порчу. Ну ты же здесь специально. Ты-то просто ребенок. В Красном городе тоже были дети. Я понимаю, тебе тяжело. Мы не настолько близки. Но я знаю, ты заслуживаешь второй шанс. Даже если ради него надо спуститься в ад. Да. Голова, шум становится громче. Бля, сколько бежать-то? Не хочу, чтобы он был в моей голове. Мы почти пришли. Если найдем его, это может тебя спасти. Что толку, если я всегда всю порчу? Хватит, просто доверься мне. Я не могу. Амиция, София. Да чё? Бля, да хорош. Милый мой, ну пожалуйста, я понимаю. Нет, ты не понимаешь. Зачем ты это делаешь? Амиция, я тебя понесу. Мы сделаем это вместе. Как-то это все уже, блядь, чересчур. Прости, что тебя мучаю. Но это для твоего же блага. Бля, почему она так уверена, что и что-то там внизу его спасет? Вдруг это его убьет, блядь. Я тебя спасу, мы справимся, мы выдержим. Бля, понятно, что особо-то нету этих... Особо нету выходов-то. Давай, идем! Бля, будет обидно, если она на смерть его сейчас приведет. Come on, come. Бля, это тот этот. Это Басилиус, блядь, прикованный. Это... носитель. Они заточили его здесь. Но почему? Кто это? Это Басилиус. Потому что боялись его, его силы. Что за Кощей? Это Басилиус. Это такой же ребенок, как Гуга, который тоже был болен и был носителем этой макулы. Бля, я понял. А это Басилиус. Вот почему они выстроили все это. От страха. Они выстроили все это от страха. Понимаете? Они бросили ребенка на смерть. Он призвал на них крыс. Те прорвались наружу. Они не смогли их удержать. Здесь она и началась. Что? Юстинианова чума. Ему было страшно. Страшно и обидно. Неужели ради этого макула привела нас сюда? Должно быть хоть что-то. Какой-нибудь свиток. Фиал. Что-нибудь. Я ничего такого тут не вижу. Элия. Она не справилась. Бля, там крысы вылупляются. Амиция. Она не справилась, София. Да нечестно. Когда я умру, ты не умрешь. Я тоже убью их всех. Нет, Гуга, он не должен был погибнуть. Когда его разучили защитницы, он потерял надежду. Поддался макуле и погубил их всех. И правильно сделал. Но если бы она только могла с ним поговорить, он бы понял, что не один. Он бы не погиб. И миллионы людей тоже. Понимаешь меня? Ты не умрешь. Я с тобой. Я дам тебе жизнь, которую ты заслуживаешь. Жизнь без войн. Ты согласен? Давай найдем нам новый дом. Мне кажется, они против. Что происходит? Уходим отсюда! Бля, бежать! Скорее, скорее! Бля, София, смотри, как втопила нам! Направо! Как ты поняла? Они не хотят меня отпускать! Ничего у них не вредит, блядь! Берегите дыхание, не отставайте! Бежим, бежим, бежим! Лезь, 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 лезь!
Софи, похуй, она не помогает, она убежала! Софи, блядь! Бля, куда? Сейчас все рухнет! Бежим! Бля, падает, падает! Ты где, Софи, блядь? Софи уже на корабле, что ли, стоит, блядь? А сейчас все рухнет! Мы справимся! Пытаемся, они бегут за нами по пятам! София, блядь! Бля, она реально уже на корабле, походу. А, нет, ждет, 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 ждет! Хорош! Забери Гуга, блядь, не беги! Охуеть, она щемит! Она щемает, блядь! С пятки, сука, сверкают одни, блядь! У, сука, контрабандисты, блядь! Оп! Оставьте нас, блядь! Не отвлекайся, Гуга, дыши, не останавливайся, беги, 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 беги! Где София? Да София на корабле уже, блядь, я здесь, нам. Видишь выход? Нет, пока не останавливайтесь! Помоги ребенку, блядь, дай руку ему! Похуй! Ей похуй, она бежит, они приближаются, целая куча. Ну, жену! Мои ноги! Блядь, да ты вообще не об ногах делай, блядь, беги. Да-да-да-да-да, наконец-то! По-моему, он рушится, Алиса! Бежим! Беги, не оглядывайся! Гадские твари, блядь, иди к черту! Бежим! А! Помоги ребенку! Сука, блядь! Ей так и надо орать! Так, выход! Нет, 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 нет! Бежим! Давай, Гуга, мы почти выбрались! Быстро, 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 блядь! К черту этих тварей! Мы здесь не останемся, нахуй! Пиздец! Вот. Ура, пиздец! Да, ура! Мы выбрали. Скажи, что их там всех нахуй закрыло, блядь. Думаю, да. Все целы, Гуга. А Гуга что-то? Мне было ужасно. Да, мне жаль, что ты это увидел. Это макула заманила тебя туда. Да, уж у этой макулы есть подход к детям. Они бы заковали. Да, но ты будешь жить. Это сейчас главное. Нет, не главное. Меня пугает, какими плохими бывают люди. То, что они могут заставить меня сделать. Ты прав. Послушай меня. Всегда будут те, кто поступает очень плохо. Таков уж мир. Но ты должен верить в то доброе, что есть в тебе и в других. В тех, кому не все равно. Кто хочет, чтобы ты был счастлив. Друзей. Например, в меня. Ты, блядь, руку ни разу не подала, блядь. Ведь с друзьями тебе хочется делать добро, верно? Если сомневаешься, я пойму. Но ты можешь мне верить. Нам. Я думал, он еще леща даст, блядь. Я вам верю. Хорошо. Поищем себе собственный дом. Не на этом острове. Но сначала придется как-то пробраться через крыс до корабля. Им нас не остановить. Теперь все изменилось. Я верю, что Руслан добрый человек, и он сегодня пойдет в веселую ферму. Нет. Жизнь, которую мы заслужили. Вот. Что, все? Я не помню. По-моему, все. По-моему, все по времени. Да, 15 минут уже. 15 минут. Так, значит, всем огромное спасибо за просмотр. Это была 12-я серия Plague Tale Requiem. Это конец серии, но не конец игры, я так понимаю. Еще будет прохождение. Всем огромное спасибо, это была 12-я серия Plague Tale Requiem. Обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, лайки и вот это вот все. Ставьте, комментируйте, пишите. Всем спасибо за просмотр, всем пока.